Нам туда. Вниз, срежем, так быстрее. Ух ты! Что? Ничего, просто... Я раньше никогда такого не видела. Леса, что ли? Да. Не бывало в лесу. Тут классно. Почему ты не вернул меня к Марлин? Она обратилась к нам, потому что сама бы не справилась. Может, ей уже лучше? Ха. Не хочу тебя расстраивать, но шансы выжить у твоих друзей с самого начала были невелики. Она сильнее, чем ты думаешь. Без разницы. Сомневаюсь, что смогу доставить тебя обратно в город живой. Так что пути назад нет, хотя меня это совсем не радует. Как всегда. Перелезем? Нет, наверху колючка. Придется искать обход. Ого, смотри. Так-то лучше. Это ты, Билл? Где вы встречались? А? Когда как? Ты здесь раньше не бывал. Я знаю, что он тут живет, но... Да, я здесь не бывал. Думаешь, он там, где был? Будем надеяться. Что ж, тогда пошли, узнаем. Ну, пошли. Ты в порядке? Я учусь свистеть. Не умеешь ты свистеть. Это похоже на свист? Сюда. Стой тут. О, черт. Закрыто с другой стороны. Так, подсади меня. Нет, нет, этого еще не хватало. А как иначе? Я-то тебя подсадить не могу. Ладно, иди сюда. Вставай. Все нормально. Теперь открой. Одна ни шагу, поняла? Ладно. Тише, тише. Так. Ну вот.
Та-дам! Молодец. Спасибо. Допустим, твой приятель даст нам машину. А потом? Потом мы поедем к Томе. Это который твой брат? Гораздо важнее, что он был с цикадами. Знает, где их искать. А, ясно. Только он далеко, поэтому нам нужна машина. Посмотри! Гномы! Да, гномы. У меня была с ними целая книжка. В детстве я их просто обожала. А феечек нет, они стрёмные. Ну ладно. Посмотри. А ты что, играла? Нет. Но одна подружка мне про эту игру рассказывала. Там вроде была героиня по имени Angel Knives и... Ну, короче, типа она сначала била ногой в живот, а потом отрывала башку. Никогда не любил такие игры. А я бы попробовала. Принудительная эвакуация. А куда? А ты как думаешь? В карантинную зону. Кое-кого предупредили об эпидемии, пока было не поздно. Большинство нет. Жуть. Трудно, наверное, так все бросить и уехать. Бывает похуже. Явно дело рук Билла. А кто еще живет в городе? По-моему, он один. Ух ты, ну и местечко. Даже как-то грустно. В смысле? Ах ты! Обалдеть! Это еще что за фигня?
Это Билл ловушек наставил. Твой друг параноик, да? Мягко говоря. Нафига он нам сдался? Он помогал нам заниматься контрабандой. Знает, где что достать. Осталось не взорваться на пути к нему. Просто смотри, куда идешь. Слушай, научишь меня таким штукам? Билл стреляет из лука? Наверняка. Смотри-ка. Отдай его мне. Я неплохо стреляю. Давай стрелять буду все-таки я. Я могла бы защищаться, прикрывать тебя. И не мечтай. Да, пожалуй, сработает. Все чисто, залезай. Опять. Попробуем эту штуковину. Теперь слушай. Предупреждаю заранее, Билл не самый адекватный человек. Поэтому, когда мы его найдем, говорить буду я. Поняла? Поняла. Это очень важно, он не любит чужаков. Ладно. Билл нормальный мужик. Просто ему нужно время, чтобы к тебе привыкнуть, вот и все. Видишь растяжку? Смотри, не задень. Пригнись как следует. Да. Ты туда собираешься? Может, найду что полезное. Найдешь мой труп, когда я помру от инфаркта. Не волнуйся. Все под контролем. Твою мать! Господи! Я чуть в штаны не наложила. Ну, раз уж мы здесь, давай осмотримся. Думаешь, они нашлись? А я откуда знаю? Я надеюсь, что да. Все, валим отсюда. Ясно.
хрена себе! Офигенные штуки! Ну, как вариант. Так, видишь? Назад. Идем. Держись рядом. Эли, за мной. Как? Я сейчас. Да чтоб тебя бил. Что случилось? Еще одна гребаная ловушка. Вон холодильник. Это противовес. Сейчас. Тебе надо перерезать веревку. Ладно. Джоэл? А вот и они. Занимайся веревкой! Элли! Ты скоро! Я быстрее! Черт! Элли! Еще немножко! Сейчас явятся. Сейчас. Черт! Ты цела? Да. Продолжай. Вот патроны. Спасибо. Зараза. Давай! Не поддаюсь. Стреляй! Ее, ублюдок! Скорее, Элли, они близко! Джоэл, береги его! Давай, чего растет? Так, сюда. Ё-моё! Мать твою! Быстрее! Не тормози, здесь опасно! Они поперли через дверь! Валим их! Другого пути нет! Эли, постой! Эли! Ну вот, почти пришли! За мной! Черт! Они приближаются! Эли, не зевай! Иду, иду! Открыто! Блин! Пронесло! Вы наш герой-спаситель. Я Элли. Эй, вы что? Джоэл! Билл! Ты спятил? Билл! Пусти! Быстро, на колени! Билл, успокойся. Я сказал! Ладно! Встать на колени! Я не шучу! Я... Да остыньте! Фокусы есть? Нет!
Что-нибудь растет? Все нормально, отвали! Сиди и не дергайся. Стой! Ах ты, паскуда! Доволен? Я доволен. Вы заявились ко мне, разрядили все ловушки, чуть не сломали правую руку. Нахрена ты притащил эту соплячку? Не твое собачье дело, а ты кое-чем обязан Джоэлу. Может, снимешь с меня эту хрень? Я обязан Джоэлу. Это что, шутка? Перейдем к делу. Нужна тачка. Да, точно, шутка. Тачка им нужна. Да, даже если б и была у меня тачка, с чего бы мне ее отдавать? А? Валяй, Джоэл, найди и возьми. И последнюю жратву тоже прихвати. Ну тут от тебя точно не убудет. Послушай, засранка. Да пошел ты, старый хрен. Элли, сейчас же закрой рот. Ясно? Пусть я тебе и обязан, но не настолько же. Настолько, Билл, настолько. Все равно машины на ходу нет. Но в городе должна быть. Части, там только запчасти. Значит, из них можно собрать тачку. Ладно, я возьмусь за это. Но мне нужны детали. Так. Они в городе, вот здесь. Вы находите их, а я постараюсь собрать вам тачку. Только после мы в расчете. По рукам. Все равно мы со дня на день сдохнем. Так, за мной. В городе до хрена ловушек, так что не отставать. Вот радость-то. Прекрати. Так, берите все, что может пригодиться в пути. Советую запастись по полной. Спасибо. Элли, посмотри, нет ли чего полезного. Ага, договорились.